Я всегда хожу голосовать, потому что это мое право, вот, и я не хочу, чтобы моим правом кто-то пользовался другой. И второе, для тех, кто небольшой любитель ходить на выборы, хочу сказать следующее. Государственная Дума принимает общий федеральный бюджет. От этого бюджета зависит, как будет развиваться здравоохранение, образование, социальная защита, будут ли строиться дома. Законодательное собрание конкретизирует многие эти вещи, вот, и превращает их в реальные планы, в реальные вот, жилые микрорайоны, в реальных врачей, которые принимают нас в поликлинике. Вот. Поэтому глупо и абсолютно ошибочно сидеть дома и думать о том, что пусть кто-то за меня об этом подумает. Если у тебя есть позиция, если ты любишь Камчатку, ты просто обязан поучаствовать в этих выборах, да, за тем, чтобы люди, которые разделяют твои взгляды, оказались во главе нашего парламента, как федерального, так и камчатского.